Всем привет! Сегодня я покажу вам свой заказ Avon по пятому каталогу. Что-то меня в последнее время, девчонки, вообще каталоги не радуют. Выбрать практически нечего, не знаю. Или уже так все приелось, надоело, уже всего, наверное, много. Поэтому даже новинки, если раньше новинки я скупала все подряд, то сейчас уже более выборочно отношусь. Ну и, честно говоря, качество декоративной косметики мне уже начало не нравиться, но об этом позднее. Так, начнем, наверное, с платья. В распродаже я взяла вот такое вот платье. Давно я на него смотрела, еще когда оно появилось, не знаю, вот думала, закажу, посмотрю, какой материал, какое что, понравится, возьму, не понравится, отправлю назад. Больше всего понравилась цена, конечно. Ну и цвет, очень мне нравится такой цвет. Вы знаете, тут, ну, как бы весна, да, наступила, хочется там каких-то обновок, новинок. Вот ходила, я в Омске живу, обошла тут все магазины у нас на проспекте Мира. Вот, глаз положить вообще не на что, цены бешеные, 2,5-3 тысячи, ничего вообще интересного абсолютно. Думаю, ладно, поеду на рынок, на свой страх и риск поехала на китайский рынок. Кстати, там ни одного китайца я вообще даже и не увидела. Ну, в общем, приехала на рынок, выбора, конечно, побольше. Выбрать есть из чего, но цены точно такие же, как и в магазинах. Ну, она, продавец мне там, в общем, объяснила, что сейчас вообще, наверное, ничего уже продаваться не будет, потому что, говорит, весь, ну, границы закрыты, да, в связи с эпидемией и, как его называют, ну, весь товар, в общем, стоит на границе, поэтому вот продают остатки, можно сказать, то, что есть, и новых поступлений пока не предвидится. В общем, я решила заказать в Avon. По распродаже мне попалось такое вот платье. Кстати, здесь можно было заказать набором Total Look всего за 1200. Платок, красивый, конечно, платок, тоже думала, но вот мне серьги не понравились, не захотела я такие серьги. Ну, думаю, платок вроде как тоже, а так вообще очень выгодно выходит. Еще из-за чего не стала набором заказывать, потому что побоялась, что если, думаю, платье мне не понравится, придется возвращать, тогда нужно будет и платок, и серьги возвращать, ну, так как это набор. И думала я еще заказать вот эти вот два платья, красное и черное, такие как футляры. Тоже мне цена привлекла со скидкой, вообще там 600 с копейками рублей выходило. Думаю, закажу все три, ну и что-то из этого выберу. Ну, в общем, посмотрела обзоры, посоветовалась с девочками, решила не заказывать. Так как говорят, очень тонкий материал и все это обтягивает. У этого платья, кстати, тоже материал. Ну, сейчас я вам покажу. Какой, ну, он такой приятный, к телу очень приятный, не плотный, на весну вот сейчас сходить самое то. Кстати, сидела, караулила, когда придет уведомление от Почты России, чтобы заказ пришел, думаю, если я сегодня не заберу, то, наверное, потом вообще не удастся забрать, так как завтра я работаю в воскресенье, ну, у нас почта каждый день работает. Такая типа центральная. И, ну, если они их закроют на карантин со следующей недели, то вообще, ну, спросила у девчонок. И пришел прям за полчаса до закрытия почты. Я поставила себе будильник. Он прозвенел. Я проверила уведомление. И как раз в этот момент оно пришло. В общем, я быстро-быстро на машине сгоняли до почты, чтобы успеть. И удалось мне получить сегодня. Материал, смотрите. Так, наверное, стоит включить вспышку. Сейчас попробую. Да, вот посветлее фонарик включила. А то уже солнце садится. Материал используется такой во многих платьях. Видите, да? Вот бирюзовое у меня есть платье, тоже точно из такого же материала. Но оно вот без рукавов. И знаете, как бы в нем, ну, сейчас ходить холодно, да, а в мае уже. Вот в конце мая там жарко как-то, он, ну, плохо пропускает воздух, жарковато. И вот, в общем, ну, фасон как на картинке.
Я сделаю примерку в конце, поглажу его. Сшито вроде бы нормально. Так, знаете, вот за 600 рублей вообще придраться не к чему. Очень красивый цвет, к телу приятное. Расклешенные такие рукава. Ну и подол тоже расклешенный. Талия у него завышенная у этого платья. Так, это спину я показываю. Вот как отрезное такое. И тоже такой расклешенный. Короткое оно. У меня рост 158. Даже мне коротковато. Могло бы быть и подлиннее. Но если кто-то... Кстати, размер 52-54. И вот эта ткань цепляется очень сильно. Так что так, надо не забыть про это. И не брать на руки кота. Иначе он мне быстро все это в зацепках понаделает. 52-54 и, ну, даже на мой маленький рост, ну, коротковато. Ну, нормально, в принципе. Ну, в общем, посмотрите. Мне, конечно, больше идут прямого покроя платья, но захотелось мне почему-то такое, чтобы тоже было для разнообразия. Поэтому оставлю, наверное, за такую цену. Даже не буду с возвратами заморачиваться. Ну, в принципе, конечно, в прошлом видео я показывала юбку, там были дебаты под видео. Ну да, я согласна, что в Эйвоне много некачественной одежды, но вот одна из 20, может быть, моделей каких-то все-таки попадается удачно. И некоторые платья, вот как зеленое бархатное, например, я ношу с удовольствием, иногда, в общем, попадаются хорошие. Ну вот сейчас буду более как бы придирчиво смотреть. Ну, просто если что-то не понравится, буду возвращать и все. Потому что цены, ну, действительно, есть разница, да, или 2,5 отдать за платье, или 600 рублей. И вот, знаете, особо, как бы, я бы не сказала, что у того платья там ткань какая-то супер там хорошая. Мне кажется, такая же китайская ткань. Ну, может, чуть-чуть получше, но большой разницы не видно. И взяла, еще была хорошая акция на колготки. В прошлом каталоге брала колготки 100 ден. Как оказалось, они плохо тянутся, и тройка на меня вообще не налезла. Вот дорогущие колготки за 400 рублей. Удалось мне продать их всего лишь за 150 рублей, потому что, ну, никто не согласился за 400 рублей покупать, хотя я в магазине Кари покупала и на море колготки тоже по 400 рублей, но девчонки как бы на работе я принесла, можно сказать, покрутили у виска, сказали, мы такие дорогие не покупаем. Такая вот акция, одна пара колготок за 249, две за 400, три за 500 рублей. Вышли они мне по накладной со скидкой вообще по 133 рубля. Девчонки очень хвалят, я еще ни разу не брала, решила взять. Во-первых, что они матовые, взяла уже четверку. Сейчас на одни открою, все вскрывать не буду, одни померяю, а то вдруг, если что, придется возвращать. В общем, взяла черный, взяла бронзу и взяла графит. Хочу вот эти вот графит посмотреть, надеюсь, мне подойдут. Ой, какой красивый цвет. Хотела две взять бронзы, одни черные. Потом думаю, да, ну, возьму лучше я серенькие. Красота какая. Мне очень нравится красивый цвет. Действительно, они хоть не блестящие такие. Классно. Что уже днем жарко, ночью-то, конечно, еще и по минус 8 бывает, но днем уже можно, наверное. Я не знаю, еще 40 ден, может быть, и холодно. Ну, в общем, не за горами. Апрель уже вот-вот наступит, поэтому будем носить. Буду носить, вернее. Так. Классная акция. Кстати, она будет несколько каталогов действовать. По-моему, и в 6, и в 7 я, по-моему, видела, поэтому будем покупать еще, наверное. Вернее, не будем покупать, я хотела сказать, покупайте пока дешево. Во. Так, производство Беларусь, кстати говоря.
Ну и давайте к самому заказу перейдем. У меня заказ очень маленький был. Я говорю, даже самой особо-то и выбрать нечего. Тоже из распродажи сейчас найду. Купила вот такой вот кошелек себе. 250 рублей. Тоже смотрела у Ланы Светланы обзор. Свет, привет, если смотришь. Ну, по-моему, обзор каталога я смотрела так. И она обратила внимание на кошельки, что цена 249 рублей. Очень дешевые кошельки. Кстати, тоже уже несколько каталогов вперед посмотрела. Везде они есть по такой цене. Удивил меня, конечно, кошелечек. Так, искусственная кожа 20 на 10. Закрывается на магнитную кнопку. Синий и красный. Я взяла красный. Он, кстати, очень тоненький оказался. У меня кошелек, сейчас я вам принесу, покажу. Вот такой, представляете, из каких незапамятных времен. Это была такая сумка, набор вообще классный. Сумка, кошелек и шарфик. Вот, кстати, шарфик у меня еще тоже до сих пор живой. С вот таким вот орнаментом классным. Ну, уже как бы стыдно с таким ходить. И он достаточно большой. И я думаю, закажу себе тут даже побольше чуть-чуть. На пол сантиметра. Думаю, закажу себе такой же большой, только ну, уже новенький, потому что тот уже облезлый такой, некрасивый. Кстати, ну жалко, конечно, мне с ним расставаться. Даже в магазинах у меня продавцы спрашивают, а где вы такой красивый кошелек взяли? Вот, если честно, повторила бы. И вот такой вот кошелечек. Смотрите, здесь цепочка. Вот, кстати, цена ему, да, 250 рублей, не дороже. Потому что тут, смотрю, и прошито так кривовато, ниточки торчат. Ну, в общем, для карточек отделение, два отделения для купюр. Мне нравится просто, когда расправленные деньги лежат. Я не люблю вот это вот все складывать. Здесь для мелочи. И еще один вот такой вот тоже кармашек. Можно значку положить или отложить на что-то деньги. Так, тут тоже какие-то мусор какой-то. Вот так, тут у нас пленочка, сейчас сниму сразу. Ну, в принципе, знаете, думаю, взяла, ладно, похожу какое-то время, если быстро он придет в негодность, черт с ним, не жалко денег, куплю новый, получше, и все. Так, в принципе, нормальный. Ну, не такой тяжелый, намного легче, чем вот этот вот, поэтому буду пользоваться. В принципе, нормальный кошелек. Так, что у меня тут фокус играется. Так, ну и что из косметики? Клиентский заказ. Тоже там при покупке двух средств от NutraEffect были специальные цены. По-моему, по 159 рублей. Клиентка перезаказала очищающий гель для лица, который я в прошлом заказе у меня был. Он у меня лопнул. Я, когда снимала видео, то не поняла. Я видела только, что его там вот так вот налито. Оказалось, по шву тубы вот здесь вот он лопнул. В общем, мне пришлось себе оставить. Но я ей объяснила, говорю, как бы, ну, там недостача. Поэтому она перезаказала и взяла еще освежающий, очищающий мицеллярный скраб для лица. Скоро линейка обновится. Гель очень хороший, мне нравится. Ну, конечно, запасов-то много, немножко я расстроена, что сейчас мне придется такое в использовании ставить. Ну, потому что я уже пробовала, хочется новинки, но придется вот поставить. И вот такой вот мицеллярный скраб с удовольствием бы тоже повторила, но в запасах очень много уходовых средств для лица, поэтому придется повременить. А так вообще классный скраб, он мелкий-мелкий, очень такой мелкий. Классно снимает все загрязнения, всю косметику. Очень экономичный, такой густой, вообще супер. И действительно он освежает. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Потому что есть мини-версии, можете мини-версию взять на пробу. Так, перезаказала я вот такой вот гель. Увидела у девчонок, что он уже приходит в кремовом виде. Отвлеклась тут. Приходит уже в кремовом варианте. Ну, посмотрите. Что он какой-то жидкий, очень жидкий, и я решила перезаказать его. Мне было интересно, будет тот же аромат, какой и в гелевом, или нет. Ароматы совершенно разные. В
гелевом варианте. Там вообще налит гель. Вот помните, раньше был гель тоже сиреневого такого цвета. Блаженство, там что-то, такой пудровый аромат с фиалками было связано. Вот там точно тот же гель. А здесь уже, как заявлено, лепестки и цветы жасмина. Очень приятный аромат, классно. Я думаю, хоть оба их что ли поставить в использование. Это такой, знаете, очень классный вообще такой аромат. Действительно жасмина, но он тоже такой пудровый. Здорово. Буду с удовольствием пользоваться. Из фокуса я заказала из новиночек из вот таких вот скраб для ног. 70 рублей. Больше ничего заказывать не стала. Что-то сыворотку эту я побоялась. Думаю, вдруг фигня какая-нибудь будет непонятная. Лосьонами, спреями я не пользуюсь. Приятный аромат тоже. Раньше был с ананасом. Была серия для ног. Здесь у нас ананас и чайное дерево. Мне кажется, это то же самое. Поэтому я эту сыворотку для ног и не стала заказывать. Но аромат, мне кажется, один в один. Вот как та серия была в зеленых таких тюбиках. 75 миллилитров. Ну, скраб решила взять. Пусть будет, тем более в запасах нету. Так, из спа я пока не стала из новой линейки ничего брать, потому что маслом я не пользуюсь, а кремов для тела тоже очень много. Но вот, кстати, говорят, что очень вкусно пахнет кокосиком. Может быть, зря я и не взяла, но хочу взять маску для лица. Ну, может, потом по каталогу возьму. Что в запасах много всего. И уже не хочется ничего покупать, если честно. Шампунь тут тоже еще я не попробовала этот. Из этой серии мне тоже, как оказалось, ничего не нужно. Хотя вот красивое оформление, конечно. Цены привлекательные. Ну, уже говорю, уже выборочные. Кстати, помады мне тоже понравились. И в четвертом каталоге можно было с 50% скидкой брать. Можно было бы взять, но тоже матовыми я не пользуюсь, ну, как бы сказать, не часто пользуюсь, поэтому решила ограничиться пробниками. Что у нас тут еще из интересненького? А, вот. По вот этой вот акции я взяла себе помаду с эффектом объема в оттенке поцелуй розы. Ароматы тоже смотрела, смотрела. Думаю, взять, не взять. Охота была и то, и это. Но решила себе тоже немножечко притормозить. Так, ну давайте и помаду и посмотрим. Rose Kisses оттенок. Давно я тоже ее хотела. Нравится мне оттенок. И видела и сводчи у девчонок, и все. Но тоже помад много. Думаю, надо подбивать запасики. Ой, очень красивый, конечно, оттенок. Классный. Я тут уже рисовала карандашом, поэтому красивый оттенок. Что у меня тут фокус начал сам по себе. Какая-то она полупрозрачная, смотрю я. Надо, наверное, наслаивать. Ой, приятно пахнет. Нежно. Не люблю, когда у помад сильная отдушка. Вообще меня это дико раздражает. И в таком вот футлярчике у меня еще нету. Вроде бы она... Нет у нее вроде никакого такого охлаждающего эффекта и так далее. Так, следующие новинки, ну, пятого каталога, можно сказать. Очень выгодно было брать карандаши при покупке двух по 129 рублей. Я взяла белое золото и розовое золото. Давайте посмотрим. Белое золото. Это такой чисто серебристый оттенок. Немножко не вовремя они выпустили эту линейку. Зима уже закончилась. Лучше бы, конечно, зимой такими оттенками пользоваться. Прям натуральное серебро. Мне идут такие. И второй оттенок розовое золото. Так вот он выглядит. Красиво, кстати, оформление у карандашей. Ну, вот этот оттенок мне не очень понравился. Мне кажется, его плохо будет видно на веках. Ну, не знаю, посмотрим. Такой нюдовый. Смотрим, как он будет.
Наверное, даже я как тень его буду использовать, потому что просто, наверное, подведешь, плохо видно будет. Так, куда они у меня укатились? Так, еще из декоративки я себе заказала тушь. Тушь. Как она называется? Объем запредельная длина. И как я не запоминаю название этих тушей. В общем, последняя новинка, которая была гипнотик, или как она там называлась, мне вообще не понравилась. Я, ну, подробнее расскажу в пустых баночках. Поэтому я вот сейчас слепо не скупаю все новинки у Avon, потому что половина из них мне не подходят и не нравятся. Уже как-то хочется дождаться отзывов, потому что, ну, цены-то не маленькие, как бы уже и там и по 400 рублей есть, и помады уже за 300 перевалили. Поэтому купить и выбросить, знаете, вообще не улыбается. Так, и тушь я заказала супер черный оттенок. Эту тушь я уже брала, у меня была в темно-синем. У нее такая вот, можно сказать, плешивая кисточка, но она очень хорошо красит. Она хорошо разделяет ресницы. И вот чем мне нравятся туши вот в этих вот ярких упаковках, особенно которые вот не новинки, там в желтой, розовой, а вот эти вот были в красной, фиолетовой. Я брала все время себе тушь, но последний раз... Последние два раза в фиолетовом флакончике тушь мне в тюбике приходила полузасохшая. Мне буквально там по 2 недели я ими пользовалась и выбрасывала. Ну вот это вот вроде свежее, нормально. В общем, решила повторить вот эту, потому что они более стойкие, чем вот новинки выходят. Не знаю, скоро новинка выйдет водостойкая тушь, буду я ее брать или нет, еще тоже в раздумьях. Потому что чуть снег, дождь или от ветра глаза заслезились, все. Все это размазано по лицу. С этими тушами вроде такого не было. Не знаю, если они, конечно, ничего не изменили. Ну и вроде как нормальные были. Сейчас прям сразу буду ставить в использование. Так, ну и приз. Все знают про эту программу, да? За заказ от 1000 до 6000 тоже такой разбег, да, могли бы сделать и... Там, с 1000 до 3, там, с 3000 там, до 6 еще какой-то приз. И сразу вот после 6000 набор за 35 рублей из туалетных водичек. В общем, приз-сюрприз. Приз-сюрприз мне пришел вот такая вот туалетная водичка Pure. Женская. Это я уже точно знаю. То в прошлый раз прочитала Фохер и подумала, что мужская. И меня потом завалили комментариями одинаковыми, причем что это женская вода, как будто я один комментарий прочитала и не поняла, что это женская. Всем надо было написать от себя. Блин, как бы мне тут открыть-то, не сломав ногтей. Ох! Решила оставить себе, не буду, не продам. Сейчас у меня девочка, которая у меня скупала все дешевые водички от Avon, уволилась. И поэтому мне некому особо их продавать. Оставлю себе, буду использовать летом. Она такая легкая, акватический вроде такой аромат. Не буду уже искать ноты, это как бы не новинка. Ну да, такой туалетная водичка, так скажем. Классный приз, 35 рублей, вообще шикардос. Я боялась, что мне придет мой любимый шампунь для объема волос, но нет. Слава богу, пронесло. И в следующем каталоге у нас тоже акция. Вообще классная, смотрите. На сумму от 2400 и более с этим же заказом можно заказать себе туалетную воду за 35 рублей. Но я посмотрела там по своим записям. Вроде у меня не набирается на такую сумму. Ну, мне, кстати говоря, вот этот аромат вообще не нравится. Поэтому я, наверное, заказывать не буду. Ну, хотя, если клиентский заказ, там, если наберется такая сумма, то закажу, конечно, в подарок там подружкам. А так, в принципе, для себя, наверное, нет. Ну, если не наберется, то тоже не расстроюсь. Но так вообще, конечно, тоже классная акция, потому что аромат-то по каталогу стоил 750 рублей. Сейчас они уже выводят эту розовую линейку. Так что вот, имейте в виду. Ну и все, на этом я буду заканчивать свое видео. В конце видео, кому интересно, оставайтесь, покажу платье.
И всем пока-пока и до новых встреч. Не болейте.